Канал «Беременность и роды» снова с вами. Еще не подписались на нас? Обязательно сделайте это прямо сейчас. И, конечно, не забудьте поставить свои лайки. Наш канал создан для будущих мамочек. В каждом выпуске мы делимся с вами полезной информацией и стараемся ответить на важные вопросы. Сегодня речь пойдет о втором триместре, золотой середине всей беременности. Как идет развитие плода по неделям на этом этапе? Как растет ваш кроха? Мы расскажем все по порядку. Ну что, начнем? Второй триместр. Если говорить о беременности по неделям, то развитие плода активно закладывается именно во втором триместре. Тошнота наконец отступила. Округлившийся животик еще не доставляет дискомфорта, а карапуз внутри активно развивается. Золотой период начинается с 13-й недели и длится по 27-ю. Второй триместр беременности готовит вам самое волнительное событие – первое шевеление малыша. Происходит внутриутробное развитие плода, формируются мышцы и связки, нервная и пищеварительная система, появляются бровки и реснички. У малыша открываются глазки, он начинает активно реагировать на свет и звуки. Второй триместр по неделям. В золотом триместре развитие плода по неделям беременности выглядит так. 14-16. У малыша идет активное формирование слуха. Развивается пищеварительная система. Теперь кроха внутри слышит голоса и звуки, а еще запоминает мамин голос. Формируется нервная и сердечно-сосудистая система. Малыш реагирует на внешние раздражители. Он активно пинается внутри. Его головной мозг растет. Появляются ноготки на пальчиках. На 17-19 неделе тело малыша округляется и увеличивается. Ребенок вырабатывает свою иммунную защиту от различных инфекций. Развивается эндокринная система. Скелет плода почти полностью сформировался. У него работают все 5 чувств. На 20-22 неделе идет активное развитие плода. И ощущения женщины набирают обороты. Именно с 20-й недели большинство мамочек отчетливо чувствуют первые шевеления крохи. Малыш значительно прибавил в размерах и набрал массу. На 23-25 неделе кости плода укрепились, сформировались очертания личика малыша. Он весело кувыркается и заглатывает околоплодную жидкость. На 26-27 неделе кроха играет с пуповиной, активно работает ручками и ножками, он полностью сформировался. Что чувствует мама? Развитие плода по неделям и ощущения женщины. 4-й месяц. Начиная с 4-го месяца, будущая мамочка может заметить у себя проблемы с деснами и зубами. Это происходит потому, что скелет и кости крохи активно формируются. Именно поэтому беременной женщине стоит заботиться о правильной пище. Обязательно ешьте сыр, творог и молоко. Эти продукты содержат много кальция, необходимого как для зубов мамы, так и для костей ребенка. Сейчас на вашем животе отчетливо видна вертикальная полоса. Она потемнела из-за изменения гормонального уровня во время беременности. Развитие плода и ощущения женщины сейчас особенно неразделимы. Например, иногда беременную тянет на определенные продукты, которые раньше она не любила. Многие доктора полагают, что это малыш внутри требует от мамы нужной для него еды. Все дело в том, что некоторые продукты необходимы ребенку для полноценного развития. Но не забывайте, что ваш рацион должен состоять из полезной и нежаренной пищи. Фастфуда и острых блюд в меню быть не должно. 5-й месяц. Продолжается развитие плода по неделям. Ощущения будущей мамочки усиливаются. Сейчас у беременной может начаться сильная изжога. Она происходит из-за поджимания диафрагмы, которая давит на желудок. Именно поэтому вам стоит уделить внимание жидким блюдам. Не забывайте про супы и бульоны, но пусть они не будут жирными, чтобы не вызывать дополнительной нагрузки на кишечник. Сейчас будущая мамочка может испытывать незначительные боли внизу живота. Это происходит из-за растяжения мышц, ведь малыш активно растет. Появляются боли в спине, смещается центр тяжести, ваш организм привыкает к непривычной для него нагрузке.
Шестой месяц. Когда наступает беременность, развитие плода и ощущения женщины оказываются связанными друг с другом. Теперь вы можете испытывать некоторый дискомфорт, когда малыш внутри пинается. Обычно это происходит тогда, когда ребенок задевает конечностями мочевой пузырь. Осанка женщины на шестом месяце меняется. Возникает утиная походка из-за смещения центра тяжести. Будущие мамочки на этом сроке почти всегда ходят в развалочку. Ваш животик уже доставляет неудобства. Становится некомфортно спать в любимой позе или быстро нагибаться. Малыш внутри набирает вес. Он занимает все больше места, давя на мочевой пузырь. Отсюда частые походы в туалет. Сейчас вам нужно заботиться о своем питьевом режиме. Старайтесь не превышать суточной нормы в 1,5 литра за сутки, чтобы не вызывать отечность. Сегодня вы узнали, что во время беременности по неделям развитие плода и ощущения мамочки оказываются взаимосвязаны. Кроха внутри растет и приобретает свои вкусовые предпочтения. Нередко он передает их маме. Часто беременная женщина испытывает различные недомогания из-за растущего живота, изжоги и боли в спине. Но все эти неудобства носят временный характер, и к концу второго триместра будущая мама привыкнет к ним. Именно на втором триместре женщина познакомится со своим малышом и почувствует его первое шевеление. Мы желаем вам и крохе много здоровья! Оставайтесь с каналом «Беременности, роды и дальше». До новых встреч!